Ядтек. Это тепло в уютных и светлых домах. Голубые огоньки на газовой плите. Надежный шум мотора. В любые времена и при разных условиях вы можете быть уверены в надежности поставок Ядтек. Наши профессионалы, ответственные и опытные, делают свою работу на 100%. Якутская топливно-энергетическая компания. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, партнеры, журналисты. Сегодня мы вас пригласили, наверное, по достаточно редкому случаю, по пресс-конференции у нас. Это довольно редкое мероприятие у Якутской топливно-энергетической компании, хотя производственные процессы у нас никогда не стоят на месте. Мы очень динамично развиваемся, у нас каждый день, это можно сказать, год за три, да, вот. Но сегодня действительно такая особенная новость, это презентация нового топлива, пропан-бутановое топливо. В сентябре, ну то есть осенью этого года, у нас завершается строительство установки по комплексной переработке газа, итогом которого станет именно производство этого вида топлива. И о том, какое значение экономическое, в плане эффективности, экологическое имеет именно вот данный вид топлива, мы сегодня бы хотели с вами пообщаться, рассказать вам, ответить на вопросы, обсудить какие-то неясные моменты. И также хотелось бы сделать еще акцент на том, что участие в данном проекте, то есть оно позволит не только обеспечить республику экономическим и экологическим топливом, но также предоставить рабочие места. То есть в целом этот проект можно назвать социально значимым. Это рабочие места, это возможность партнерства и сотрудничества с предпринимателями республики. То есть все те возможности, которые дает данный вид топлива и данный проект. И сразу же бы хотелось тогда, не знаю, Владислав Адольфович, как вы сделаете вводную часть, некоторую, и дальше уже передадите слова, да, нашим спикерам. Позвольте передать слово коммерческому директору Якутской топливно-энергетической компании Владиславу Адольфовичу Киму. Добрый день, господа и дамы. Проект на сегодняшний день, презентация сегодняшняя посвящена ближайшему, скажем, приближающемуся окончанию строительства установки по комплексной переработке газа в поселке Кызылсыр. С окончанием строительства, которое ожидается осенью, мы будем производить новую номенклатуру топлива. Это пропан-бутан. С этой продукцией большинство из вас знакомы. У нас Якутский газоперерабатывающий завод выпускает эту продукцию. Вот. Но на сегодняшний день все знают, что есть потребность больше, чем возможности газоперерабатывающего завода. То есть на сегодняшний день топливо востребовано, и мы считаем, что наш долг как, скажем так, профильной компании проучаствовать в процессе обеспечения этим топливом. В этой связи сегодня выступит Боговкова Лилия Николаевна. Это один из старейших работников ранее Якутгазпрома, на сегодняшний день это ИТЭК. Она расскажет, что такое, в принципе, сжиженный углеводородный газ пропан-бутан. Вот. И Шадрина Елена Георгиевна из нашего университета северо-восточного с докладом об экологических аспектах использования пропан-бутана. Ну, Лилия Николаевна, начнем с вас, наверное. Ну, сжиженный газ получают из попутного нефтяного газа, из природного газа и из газов стабилизации нефти и газового конденсата. Что такое сжиженный углеводородный газ? Это смесь углеводородов, которые при нормальных условиях, это атмосферное давление и температура 0 градусов,
находится в газообразном состоянии. А не при небольшом повышении давления, либо незначительном понижении температуры, они превращаются в жидкое состояние. Наибольшую ценность для отрасли газоснабжения имеет смесь пропана и бутана, СПБТ, а в простонародье просто пропан-бутан. И главное преимущество в том, что их легко хранить и перевозить в жидкости, а использовать в виде топлива в газообразном состоянии. В последнее время стало более популярным использование пропана-бутана в качестве моторного топлива, что объясняется в основном его дешевизной по сравнению с автомобильными бензинами. Однако у пропана-бутана, как автомобильного топлива, есть еще ряд преимуществ. Это максимально полное сгорание, а следовательно снижается количество вредных выбросов, что особенно важно в условиях крупных городов, где вопросы экологии имеют первостепенное значение. Снижение нагарообразования на поверхности поршней цилиндров, камер сгорания и свечей двигателей. Отсутствие конденсации топлива в цилиндрах двигателя. При этом не происходит смыв масляной пленки с поверхности поршней и цилиндров, что значительно увеличивает срок службы двигателя. Высокое октановое число по сравнению с бензином, что повышает мощность двигателя и снижает удельный расход топлива. Ну и автомобиль, оборудованный газовой системой питания, становится двухтопливным, что особенно удобно в случае отказа одной из систем. Ну, немножко как бы об истории создания газоперерабатывающей отрасли в Якутии. Решение о строительстве газоперерабатывающего завода было принято в 90-х годах прошлого столетия. Основное предназначение якутского газоперерабатывающего завода – это глубокая осушка природного газа перед подачей его потребителям. В соответствии с климатическими условиями Якутии, подготовка на газоперерабатывающем заводе газа осуществляется для минимизации содержания в нем углеводородов, таких как пропан, бутан, пентаны, которые могут выпасть в жидком виде в газораспределительных сетях городов и поселках при отрицательных температурах в зимний период. Начало строительства завода было в 1993 году. Основной автор проекта УАО «Укргазпроект», город Киев. Технологическое оборудование поставлено по контрактам 1991 и 2001 года изготовителем канадской фирмы Therm Decision Engineering Limited. В 1995 году был пущен в эксплуатацию пусковой комплекс, который состоял из двух газофракционирующих установок технологических линий производительностью 1 миллион метров кубических в сутки каждый. Добыча и потребление природного газа в Якутии характеризуется большой сезонной неравномерностью. Это связано с тем, что в основном основной объем потребления газа у нас на выработку электрической и тепловой энергии. Поэтому в зимние периоды, в периоды пиковых нагрузок, это декабрь-январь, суточная добыча природного газа составляет 9 миллионов кубических метров в сутки, тогда как в летний период, это июль, самый жаркий месяц, 1,5 миллиона метров кубических в сутки. Вот исходя из-за такой большой сезонной неравномерности, газоперерабатывающий завод может работать на номинальной мощности только в течение 5 месяцев. Это январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. При этом в зимние месяцы суточная потребность в природном газе превышает
проектную, возможная производительность технологических линий завода, и часть природного газа поступает на город Якутск, минуя газоперерабатывающий завод, через Якутскую газораспределительную станцию. В летний период эффективность использования оборудования ГПЗ порядка 50%. То есть, как я говорила, что мощность всего 2 миллиона, мы только 1,5 миллиона можем суточные в сутки поставлять. Основным потребителем СПБТ это около 90% извлекаемое на газоперерабатывающем заводе является автотранспорт, переоборудованный на газообразное моторное топливо. Весь объем продукции реализуется на внутреннем рынке и в определенной степени как бы сдерживает дальнейшее развитие рынков сбыта СПБТ вот в республике. Ну, вот в нашей компании в целях вот улучшения качества подготовки природного газа перед подачей его в магистральные газопроводы, снижение технологических потерь, а также вот для производства получения дополнительного вида топлива, как смесь пропан-бутана технического. Вот у нас сейчас заканчивается строительство. Проект – это реконструкция установки комплексной подготовки газа, которая включает в себя установку стабилизации газа в дегазации нестабильного газового конденсата, в результате чего мы сможем получить от 13 до 30 тысяч тонн сжиженного газа в год. Спасибо большое, Лилия Николаевна, за столь подробное описание данного проекта. И я бы хотела отметить то, что у нас сейчас наша пресс-конференция идет в прямом эфире. Это все благодаря вот новому мультимедийному центру «Сахамедиа». Если у вас есть возможность отписаться где-нибудь в соцсетях о том, что ваши друзья, коллеги могут посмотреть это мероприятие, пожалуйста, можете это сделать. А я хочу передать слово профессору Северо-Восточного федерального университета, доктору экологических наук Шадриной Елене Георгиевне, которая достаточно доступно и популярно нам расскажет об экологических аспектах уже данного вопроса. Добрый день, дамы и господа. Я хотела бы осветить не столько экологичность самого топлива, сколько насколько это важно для, именно для нашего города. Я занимаюсь биоиндикационной оценкой состояния окружающей среды, ну, в зоне промышленного воздействия и на территории населенных пунктов. И начну я, пожалуй, с банальности, что в условиях такого города, как наш, прежде всего административный, учебный центр, основным загрязнителем являются все же не промышленные предприятия, а автотранспорт. И, значит, следовательно, немножечко тормозит, следовательно, первостепенное значение для нашей с вами окружающей среды имеет прежде всего состояние автотранспорта и те загрязнения, которые с ним связаны. Как же обстоят дела на настоящий момент? Отнюдь не блестяще. Уже последние, ну, 10-15 лет ученые самых разных областей, занимающиеся экологией города, говорят о том, что состояние городских водоемов, атмосферного воздуха и почвенного покрова все более ухудшается. Вот, например, карта почвенного загрязнения почвенного покрова долины Туймада и города Якутска. Чем зеленее, тем лучше, чем желтее и краснее, тем хуже. Вы видите, это не указаны еще отдельные локальные загрязнения, а как бы общий план суммарного загрязнения, суммарного накопления микроэлементов в почвах. При этом есть отдельные полиэлементные техногенные аномалии, где присутствуют элементы первого класса опасности, второго и третьего классов опасности, вот как в рабочем городке, допустим, вдоль оживленных транспортных магистралей и в центре города. А вот это вот две карты загрязнения медью,
которая не так опасна и все-таки является, помимо всего, и биогенным элементом, а в правой части загрязнение свинцом. Видите, вот здесь вот красное, то, что крайне высокие загрязнения, они проникают в город, захватывая промышленную площадку, правда, допустим, ну, там Хатынряхские металлобазу и такие вот объекты, рабочий городок, и проникают далеко в центр города. Попутно я вот показываю данные на государственной статистике, госдоклад Министерства охраны природы, что за 2013 год, допустим, превышение предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе присутствовали, опять же, часто в центре города и вдоль оживленных транспортных магистралей. Но, строго говоря, я не встречала ни одного человека, который с утра бы встал и задумался, там, сколько же у меня свинца в организме. Мы думаем не об этом, мы думаем, как мы себя чувствуем. И то же самое с природой. Нам важно не только то, сколько каких-то элементов в окружающей среде, но и как они влияют на состояние окружающей среды, но и через нее наши. Ведь прежде всего нас волнует свое собственное состояние, ну и через нас уже и окружающая среда. И вот для этих целей очень пригодна биоиндикация. То есть мы оцениваем по состоянию живых существ состояние природы в целом. Использовали для этой биоиндикации мы достаточно простые методы. Вот береза у нас в озеленении присутствует, и мы промеряли флуктуирующую асимметрию, то есть величину асимметрии листовой пластинки. Методика сертифицирована Министерством природных ресурсов Российской Федерации, и существует такая условная бальная шкала от 1 до 5 балла. 5 балл – это совсем-совсем критическое состояние, когда уже деревья погибают, и, соответственно, тем, кто живет в такой среде, тоже крайне плохо. 1 балл – это наиболее благополучное состояние. При этом мы оцениваем не березу как таковую и не кривизну ее листа, строго говоря. Кривизна возникает не от того, что там на нее какие-то выпадают загрязнители или еще что-то. Она возникает из-за того, что организму, так скажем, материнскому организму плохо. То есть если провести аналогию, то можно сказать, что человеку в такой среде тоже будет плохо. Именно поэтому в такой среде рождаются дети, предрасположенные к аллергическим заболеваниям. Подчеркиваю, это не мутации. Это именно некоторые мелкие нарушения, которые ухудшают здоровье населения. И вот здесь я демонстрирую, каким образом проявляются вот эти вот нарушения. Допустим, показатель флуктуирующей асимметрии у березы, то есть ухудшение качества среды, достаточно четко коррелирует с автотранспортной нагрузкой. Вот видите, столбики – это асимметрия, а тут транспортная нагрузка автомобилей в час проходит. И следующее, вот зависимость от содержания тяжелых металлов в почве. Корреляции порядка 0,7-0,8 – это очень высокие корреляции, которые, ну, как говорят, обладают статистической значимостью. То есть это достоверно и действительно довольно опасно. При этом мы вот проводили такие эксперименты, допустим, замеряли флуктуирующую асимметрию у берез, которые произрастают возле проезжей части, и на расстоянии 50 метров от дороги, через поле или если есть какая-то преграда. Вот видите, даже по столбикам видно, что если участок открытый, то получается, вот эти загрязнители распространяются далеко, и ухудшение качества среды происходит на 50 и более метров. Если же есть преграды, дома, деревья, то ухудшение качества среды менее значительно. При этом у нас вот такое вот ухудшение качества среды наблюдается не только в пределах города, но и в рекреационной зоне. Это, конечно же, от тех транспортных магистралей, по которым передвигаются транспорт. Ну и вот свалка.
В результате, если посмотреть карту города Якутска уже не по загрязнениям, по содержанию конкретных загрязнителей, а именно по качеству среды, как влияет она на состояние живых организмов, видите, самое розовое, самое красное, получается, это прежде всего центр города. Очень неблагополучен проспект, очень неблагополучен район автовокзала, ну и в рабочем городке, надо сказать, тоже. Вот улица Кальвица, допустим, улица Лермонтова, район ГРЭС, это все неблагополучные районы. Аналогичным образом мы проводили оценку и мутагенной активности, то есть уже следующий этап ухудшения состояния среды, когда возможно появление мутаций. Это брали почву и на ней проращивали семена лука. И вот здесь видно, что вдоль целого ряда транспортных магистралей, где высокая транспортная нагрузка, мутагенная активность повышается в 2 с лишним раза. То есть в 2 с лишним раза чаще отмечены мутации. Вот. То есть получается, что территория города Якутска характеризуется, если с биоиндикационной точки зрения, то загрязнением от слабого до критического, а наиболее серьезное ухудшение именно в местах, где наиболее интенсивное движение автотранспорта. При этом, как я уже говорила, важную роль играют зеленые насаждения. И вот если дома снабжать какой-то каким-то зеленым барьером, то, соответственно, и загрязнение среды будет уменьшаться, по крайней мере, в жилой зоне. Ну, условно изобразим. Мы на целом ряде совещаний предлагали ряд мер, которые на уровне города помогут улучшить состояние среды. То есть размещение объектов жилищного и социально-бытового строительства на каком-то удалении от оживленных магистралей. Ну и вот здесь указано, что создание скверов, регулярная замена и обновление почвогрунтов, чтобы хоть как-то улучшить состояние среды. И, конечно же, защита пешеходной зоны – это озеленение. Но вот это все то, что говорится на уровне города. Если же на уровне транспорта, что дальше? Что нам сулит развитие ситуации? Вот посмотрите, пожалуйста, это по данным госстатистики. У нас получается, что за последние 3 года автотранспортный парк, включая личный, естественно, практически удвоился. Причем вот 7, 8, 9, 11 годы это почти на одном уровне, порядка 60 тысяч. А к 2013 году, данные сейчас только на 2013 год, вот считайте вдвое. При этом, что интересно, маленькие хитрости, данных по выбросам от передвижных источников за последние 2 года в открытом доступе, по крайней мере, нет. Но можно предполагать, что они вдвое или более тоже повысились. При этом площадь города осталась примерно та же самая. И вот теперь, если переходить к сравнению. Если с точки зрения химической, то экологичность газового топлива объясняется достаточно просто. Углеводородные цепочки, короткие или длинные, короткие цепочки, они легче сгорают, в них меньше примеси. То есть получается, что продукты сгорания при аналогичных двигателях, они будут менее токсичны для человека. Чем ниже молекулярная масса, тем меньше примесей и тем более полное сгорание. Соответственно, бензин – это в норме это смесь углеводородов с углеродным числом от С5 до С10. Пропан-бутановая – С3, С4. Соответственно, вот именно эта особенность и дает возможность повысить экологичность топлива, то есть резко сократить выбросы веществ, и возможно, что это не единственное, конечно, решение в масштабах нашего города, но это может внести весьма существенный вклад в улучшение экологического состояния города, если большая часть автомобилей или хотя бы часть автомобилей существенная перейдет на более экологичное топливо. Благодарю за внимание. У меня все. Спасибо, Ирина.
Ну, вот, собственно говоря, да, уже примерно тоже какая-то определенная отправная точка касательно важности и экологичности данного вида топлива. Да, озеленение, наверное, это действительно один из важнейших аспектов именно с точки зрения повышения чистоты воздуха, но в этом мы можем только сами собственноручно, как говорится, принять участие. И, а наш личный вклад... Давайте сажать деревья. Наш непосредственно, то есть производственный вклад, и о его нюансах уже расскажет, и об развитии в целом, развитии рынка пропан-бутанового топлива нам расскажет Владислав Адольфович Ким, коммерческий директор. Да, презентация следующая как раз ваша уже. Ну, дорогие друзья, еще раз повторюсь, что проектная мощность нашей установки по переработке газа по выпуску пропан-бутана составляет где-то порядка 30 тысяч тонн в год. Вот. Соответственно, встает вопрос о рациональном и эффективном использовании этого высокоэкономичного эффективного топлива. Принципиально пропан-бутан используется в абсолютно различных сферах деятельности, но традиционное направление, доступное нам здесь в республике, это использование в виде газомоторного топлива и в виде для автономной газификации. Автономной газификации домохозяйств, каких-то промышленных объектов, для коммунального потребления, то есть для приготовления пищи и так далее. Но мы хотим на первом этапе сосредоточить усилия свои на газомоторном топливе. Ну и поясню, почему. Принципиально видно вот из проведенных данных, что пропан-бутан, ну, в первую очередь, является очень экономичным топливом, особенно в условиях Якутии. Поясню почему. В среднем в России, да и во всем мире, наверное, в среднем газомоторное топливо стоит в два раза дешевле, чем жидкое топливо традиционное. Ну, например, в центральных регионах России бензин на сегодняшний день стоит высокооктановый в районе 36-35 рублей, а пропан-бутан стоит порядка там, от 16 до 18 рублей. То есть двукратная разница. В условиях нашей республики традиционное топливо, к сожалению, стоит намного выше, намного дороже. Ну, текущая цена, многие из вас автомобилисты, вы знаете, что текущая цена 92-го бензина уже находится в районе там, 45 рублей за литр. Вот. А в то время, как газомоторное топливо, пропан-бутан, мы готовы предложить по более чем привлекательной цене. То есть мы видим стоимость комфортную для потребителя где-то на уровне 16 рублей за литр. При этом эта цена будет обеспечивать покрытие всех расходов по реализации. Так вот, видно, что практически уже почти трехкратная разница в стоимости традиционного и газомоторного топлива образуется. Таким образом, по таким вот несложным расчетам можно увидеть, что при установке газобаллонного оборудования и для расчетов мы взяли очень небольшой такой скромный пробег, где-то порядка 16 тысяч километров в год. Автомобилелюбитель может буквально за первый год эксплуатации полностью купить установку газобаллонного оборудования и в дальнейшем уже экономить, то есть получать прямую экономию, трехкратную, еще раз повторюсь. То бишь, если на сегодняшний день, ну вот я, например, посчитал, в семейном бюджете у нас где-то порядка 7 тысяч рублей в месяц уходит на приобретение бензина, то есть 7 можно поделить на 3. Это 2300 рублей где-то будет, в месяц можно экономить. То есть, мне кажется, такая за год очень достаточно серьезная цифра получится. Что хотелось бы отметить, что помимо, Лена Георгиевна рассказала, что помимо экономического аспекта, еще очень большой экологический аспект нашего топлива. Я думаю,
Все наверняка знают, что люди, приезжая к нам в гости из той же Москвы, например, прилетают, они первым делом отмечают, что говорят, у вас воздух тут какой-то просто пьянящий, то есть настолько чистый, от которого они, в принципе, отвыкли. Так вот, мы привыкли думать, что природа у нас девственна, нетронута, и ничто ей не угрожает. На самом деле, видите, даже такой традиционная, в принципе, деятельность человека, как автомобили, да, использование автомобилей, она наносит такой колоссальный очень ущерб природе. Поэтому, думаю, очень немаловажный тоже аспект открывается. Ну, на данном слайде коротенько буквально представлено принципиально, что такое газобаллонное оборудование. Это для тех, кто, может быть, не сталкивался и не совсем представляет, что такое. В целом, очень несложно для понимания среднего автолюбителя, наверное. Основные компоненты – это система впрыска газа, которая устанавливается на двигатель. Один из основных, скажем так, компонентов – это газовый баллон с редуктором. Ну и далее идут уже, скажем так, периферийное оборудование. Владислав Адольфович, у вас же есть копия слайда? Нет, вы себя смотрите, от микрофона. Да, далее уже периферийное оборудование идет. В целом, для республики, для многих автолюбителей уже знакомо это оборудование. Вот. Также мы провели небольшое исследование рынка, что на сегодняшний день могут сервисные компании в Якутске предложить. Сделали вывод, что одним из наиболее востребованных, ну как у нас в городе, так и в России, являются представленные марки оборудования. Чисто принципиально, никаких сложностей в данном направлении по работе с данным оборудованием нет, не существует. Ну, единственное, что надо отметить, это, естественно, что оборудование, к сожалению, основные компоненты по газобаллонному оборудованию, они импортные, и в текущих условиях, естественно, будет небольшое изменение в экономическом анализе. Что мы хотели бы отметить, что в целом развитие газомоторной отрасли, оно очень сильно завязано на развитость логистической системы. Поэтому мы максимально стараемся продвинуть и проникнуть в тех областях, где у нас, в принципе, налажено сообщение, хорошо налажено, то есть не будет каких-то сезонных колебаний и так далее. То есть это в основном, естественно, центральный регион, поскольку для Якутска и для окрестностей это уже привычный вид топлива, привычный рынок. Более того, все, наверное, видели, какие очереди складываются на автогазозаправочных станциях. Зачастую автолюбители и автопрофессионалы, как, например, наши пассажирские автобусы городские, не могут комфортно заправиться топливом, то есть приходится выставить достаточно длинные очереди. Вот. Ну, помимо центрального региона, мы хотим охватить соседний район, это Заречная группа районов, юг Якутии, очень большую выражает надежду на сотрудничество, потому что в том же Алданском районе, который не газифицирован, есть масса домов с автономной газификацией на основе пропан-бутана. Вот. Нерюнгвинский район очень тоже сильно развивается по газомоторному топливу, потому что для них тоже очень актуальная тема, и там есть очень хорошие, скажем так, предприятия, которые развивают эту тему. Ну, естественно, близко, родная, скажем так, для нас Вилюйская группа районов, прежде всего это Вилюйск, Верхний Вилюйск, Горный район. Ну и далее на запад, это Нюрба, Сунтары, Мирный, Ленск. В том же, допустим, Мирном и Ленске, помимо автолюбителей, очень большую, скажем так, заинтересованность в данном проекте, в данном продвижении выказывает наша компания «Алроса».
наше имя, да, якутское. Так вот, я думаю, в этом очень большой эффект заложен в развитии нашего проекта. Ну и, естественно, вы видите, что охвачена практически большая часть республики, то есть очень большой охват и серьезный глубокий охват предполагается. В этой связи мы, естественно, трезво оцениваем свои силы, и есть понимание, что в одиночку такой серьезный проект сдвинуть будет очень сложно. Владислав Федорович, вот эти вот цифры, они что олицетворяют у вас на слайде? Да. Здесь приведены статистические данные по количеству населения в определенном районе и по количеству зарегистрированного автотранспорта. Это для наглядности, чтобы было понятно, насколько глубокая перспектива. Так вот, мы понимаем, что такой большой и глубокий проект сложно будет в одиночку сдвинуть, и поэтому обратились ко всем заинтересованным предприятиям, организациям, предпринимателям, структурам государственным и окологосударственным с предложением о сотрудничестве. И поэтому сегодняшнюю пресс-конференцию мы собрали именно в формате круглого стола для того, чтобы была возможность, помимо непосредственно презентации проекта, еще и обсудить какие-то вопросы предстоящие. Поэтому сегодня у нас присутствуют наши уже практически, можно сказать, потенциальные, уже состоявшиеся, можно сказать, партнеры. И один из них, Максим Максимович Черемкин, хотел бы представить его персонально. Дело в том, что это один из зачинателей использования, эксплуатации газобаллонного оборудования в Якутии и конкретно в нашем, в городе Якутске. Вот. Ну, естественно, мы ожидаем, что государство не останется в стороне, парламент наш и предприниматели будут активное участие проявлять в данной программе, потому что вот. Чем хороша эта программа? Дело в том, что она очень широкий круг населения охватывает. Население в каком смысле? Во-первых, это потребитель. То есть для потребителя это будет комфортное, эффективное топливо. Для предпринимателей мы готовы предложить такие условия партнерства, при которых будет достаточное, на наш взгляд, достаточно хороший уровень рентабельности по следующим проектам. Ну, во-первых, это установка газобаллонного оборудования, естественно. То есть с ростом реализации пропан-бутана, с ростом заинтересованности автолюбителей. Автолюбители будут нуждаться в услугах по установке газобаллонного оборудования. Исчисляется это не сотнями, не десятками. Мы ожидаем ежегодно где-то порядка 5-6 тысяч автомобилей в год будет переоборудоваться по республике. На сегодняшний день этот сервис развит в Якутске, достаточно хорошо развит, но нам предстоит развивать этот сервис и в райцентрах. Мы хотим, чтобы люди, например, даже в Намцах возьмем. В Намцах людям не надо было ехать в Якутск, там, терять 2-3 дня на установку газобаллонного оборудования и за каждой наладкой, за каждым каким-то обращением ехать в Якутск. Потому что это, ну, хоть и близко, но все равно некомфортно. А тем более есть регионы более отдаленные от Якутска, поэтому мы хотим максимально приблизиться к потребителям. Это первое. Второе направление, которое мы готовы предложить предпринимателям и предприятиям республики, это открытие автогазозаправочных станций. Дело в том, что, ну, видно, какое количество районов охвачено, и в каждом районе необходимо, ну, естественно, в райцентре, там, чтобы было как минимум 1-2 газозаправочные станции. Но помимо райцентра есть еще и близлежащие населенные пункты, которые также, я думаю, достойны иметь такое топливо. В этой связи предполагается очень глубокий охват территории, поэтому здесь тоже без населения, без участия предпринимателей нам, к сожалению, или к счастью, возможно, не обойтись. То есть таким образом получается, что
с новым топливом можно не только сэкономить, но и заработать. Я думаю, это немаловажно для нашего, для республики, учитывая то, что на сегодняшний день, как это сложилось в стране, неоднозначная экономическая ситуация, и есть возможность нам самим какую-то получить какую-то саморегуляцию, что ли, открыть для себя новые направления по работе. Вот, в принципе, уважаемые господа, все, что хотелось сказать. Я думаю, возможно, у кого-то есть вопросы, какие-то пожелания, мнения. Прошу высказаться. Добрый день, уважаемые коллеги, журналисты. Представляем компанию «Якутская газомоторная компания». У меня вопрос к группе компании «ЕТЭК». Как вы смотрите перспективу развития Заречного района по газификации газомоторным топливом? Спасибо за вопрос. Учитывая то, что в Заречной группе районов сосредоточено достаточно серьезное и сельское хозяйство, и большая часть населения проживает, и принципиально они близки, скажем так, географически близки к нашему производству, очень, я думаю, будет очень полезно и эффективно, если там тоже мы встретим поддержку предпринимателей и населения. Спасибо. И второй вопрос по выпуску до продукции. Вот вы заявляете плановые показатели 36 тысяч тонн в год. Перспектива увеличения выпуска пропано-бутановой смеси у вас есть на данный момент? Потому что по опыту брать, как в 95-м году, как коллега Лилия Николаевна говорила, пропана было много в городе Якутске, потребителей было мало. В 99-м году по 2005 год ситуация кардинально изменилась на рынке, и вы озвучили то, что очередя на ГЗСах, сейчас, если мы дадим доступный вид топлива для всего населения республики, не будет ли потом лет через 5-6, я имею в виду 7 даже, да, перебоев с газомоторным топливом, как пропан-бутановая смесь? И третий вопрос, да, сразу же, он следует из-за того, что как вы смотрите перспективу, ну, газомоторное дотопливо, это понятие расширенное, туда входит и пропан-бутановая смесь, компримированный природный газ и сжиженный природный газ. А как вы смотрите перспективу развития компримированного природного газа по республике? Как ваша компания на этот вид топлива тоже рассматривает так? Потому что вы знаете то, что КПГ не надо производить, а достаточно подключиться к сетевому газопроводу, да, межпоселковому, и уже начинать заправлять. Вот как вы досмотрите вот два вида топлива, вот этих расширений по республике? Не город Якутск, да, именно всю республику захватить. Те же Намсы, Хангаласский район, Мегино-Хангаласский район. Я понимаю, что вы, судя по плану, у вас основная масса – это Новилиская группа в УУСах. Вы наставите. Вот. Ну, не совсем так, да, Максим Алексеевич. Что хотелось бы отметить? Ну, наверное, с последнего вопроса начнем. По компримированному природному газу для присутствующих поясню. Значит, пропан-бутан, который мы будем выпускать, он в основном рассматривается как замена бензина. Это такое, ну, как бы технологическое, уже освоенное топливо. Компримированный природный газ, про который говорит Максим Максимович, это топливо для замещения традиционного дизельного топлива в основном. Поэтому чисто принципиально мы, как газодобывающая компания, естественно, заинтересованы и приветствуем развитие и того, и другого направления. Это однозначно и как бы не подвергается сомнению. Но мы считаем, что если по использованию пропан-бутана
рынок, потребители и сервисные компании, предприниматели готовы, в принципе, к самостоятельному, что ли, к самостоятельному освоению рынка, то использование компримированного природного газа, оно сопряжено с определенными технологическими сложностями именно по использованию самого газа. Тем не менее, несмотря на это, на мой взгляд, это очень эффективное направление, и его надо развивать. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы была такая, как бы, более серьезная, что ли, поддержка со стороны государства. Но вы знаете о том, что в России действует ряд программ по использованию газомоторного топлива. Ну, и Якутия в том числе участвует. Все, наверное, видели, новые автобусы у нас в Якутске эксплуатируются. Это автобусы, которые получены по госпрограмме. То есть там за половину стоимости этого автобуса оплачивает государство. Из госбюджета идут, как бы, возмещения. Так что однозначно мы приветствуем развитие, но такое, примерно, природный газ – это более такая сложная и громоздкая тема. Вот. Что касается объемов производства пропан-бутана, сразу хочу сказать, что потенциал у средневилевского месторождения, он просто колоссальный, и мы, к сожалению, не наполним, может быть, не все еще возможности используем. Но хочу сказать однозначно, что при наращивании объемов потребления пропан-бутана у нас есть возможность, мы это прорабатываем, у нас есть возможность по увеличению выпуска, практически двукратному или трехкратному увеличению выпуска пропан-бутана. Поэтому мы к этому готовы и сможем в течение короткого времени, скажем так, ну, условно короткого, повысить производительность. Спасибо. Да, конечно. Добрый день. Вот подскажите, вот вы хотите запустить на рынок такое большое количество газа, такое количество большой автомобилей переоборудовать. Хорошо, мы это сделаем, мы сможем это переоборудовать, да. Но встает вопрос, что через 2 года начнутся проблемы. Люди будут приезжать, необходима опрессовка баллонов. Газоперерабатывающий завод уже год не может восстановить цех по опрессовке баллонов. Что делать будет людям? Вы вот такая большая корпорация, вы как бы... Мы естественным образом понимаем предстоящие, скажем так, ну, я бы не назвал это проблемами, предстоящие какие-то вопросы, поэтому над этим вопросом тоже работаем. То есть и поверка баллонов – это одно из направлений, на котором мы работаем. Я думаю, в течение ближайшего года мы сможем уже однозначно и четко на этот вопрос ответить. Хорошо, спасибо. То есть это будет, да, это будет налажено однозначно. Здравствуйте, Якутская вечерняя, Мироненко Елена. У меня такой вопрос. Вы будете развивать сеть автогазозаправочных станций или вы будете просто поставлять пропан-бутановую смесь? Спасибо. Здесь... Я бы не стал ограничиваться каким-то одним направлением. Понятное дело, что у нас, мы имея, вернее, свою собственную автозаправочную сеть, будем, естественно, развивать и розничную сеть по реализации пропан-бутана. Но наши возможности ограничены, я уже это подчеркивал, и поэтому мы предполагаем, что помимо собственной розничной сети, мы, естественно, будем продвигать и партнерскую сеть для реализации пропан-бутана именно другими юрлицами, предпринимателями. Может, нам как-то более подробно, да, вот, ну, вот наше видение, наши планы в этом свете раскрыть? То есть вот какой объем, например, мы бы хотели, чтобы был привлеченного именно участия в качестве партнерства или... Ну, то есть в цифрах как-то или в процентном соотношении. Да, возможно. Да, возможно. Чтобы было спасибо. Более ясно. Спасибо, Лен. Вы знаете, чем привлекательно, ну, понятно, что мы как производитель получаем прибыль при производстве газа.
Но я считаю, что наша программа, помимо нас, будет очень интересна предпринимателям. В каком плане? Буквально несколько цифр приведу, из которых станет понятно, насколько привлекательно наше предложение по партнерству. Мы предполагаем, что при плановых объемах по переоборудованию автомобильного транспорта, при плановых объемах где-то порядка 6 тысяч единиц в год, и при текущей стоимости работы по установке газобаллонного оборудования, именно работа, я подчеркиваю, что это только работа по установке без учета стоимости компонентов. Так вот, суммарный рынок оценивается, прибыльность, вернее, по данному направлению оценится где-то в 90 миллионов в год. То бишь, ну, условно говоря, где-то порядка 30 сервисных предприятий смогут зарабатывать 30 миллионов в год. Это именно речь идет о заработке, о прибыли. Вот. Соответственно, на мой взгляд, это очень интересное партнерство. Более того, реализация газа на автогазозаправочные станции при плановом объеме производства, это где-то порядка 30 тысяч тонн в год, в литры, чтобы было понятно, в литры, если перевести это где-то порядка 56 миллионов литров в год. Так вот, учитывая то, какой уровень рентабельности мы готовы предложить предпринимателям, кто будет реализовывать пропан-бутан, суммарную доходность этого рынка мы оцениваем где-то порядка в 280 миллионов рублей в год. Тоже, на мой взгляд, цифра более чем интересная. И я надеюсь, уверен, что мы найдем претендентов на эти деньги и сможем в короткие сроки эффективно развить это направление. Больше того, может быть, знает кто-то, что недавно состоялся форум инвестиционный «Вилюй зовет», и там мы буквально вот в общих словах рассказали о своем предстоящем проекте. И уже на этом этапе получили ряд откликов. На сегодняшний день уже идут переговоры с этими предпринимателями. Ряд откликов от предпринимателей, которые хотят войти в этот бизнес и работать. И, возможно, еще со стороны нашего государства, администрации, да, правительства, нашего Илтумена и квазигосударственных структур будет, я думаю, в хорошем смысле понимание и принятие, наверное, этого проекта и большое участие. В связи с чем, вот при приведенных экономических показателях, то есть стоимость традиционного топлива и стоимость газомоторного топлива, вот эти 56 миллионов литров, которые будут выпущены на рынок, суммарная экономия для всех предприятий, предпринимателей, для автолюбителей, суммарная экономия на топливе, она составит где-то порядка 1,6 миллиардов рублей в год. То есть, представляете, вот эти вот деньги, это, ну, де-факто это вложение в валовый региональный продукт, потому что сейчас время, еще раз повторюсь, экономически такое неоднозначное, и поэтому все знают, что помимо, ну, улучшать благосостояние можно помимо того, что зарабатывать больше, еще и можно экономить. То есть это тот как раз вариант, когда можно внести вклад, существенный вклад в экономику тем, что не предлагать какие-то проекты по извлечению прибыли, а именно за счет экономии. То есть, на мой взгляд, эта экономия очень существенная, очень значимая в масштабах республики. Вот. И если сложить все эти экономические эффекты, то есть экономия на топливе, возможность предпринимателям зарабатывать, суммарный экономический эффект уже переваливает за 2 миллиарда. Я думаю, это, ну, то, что должно заинтересовать нас всех. Но опять же, нельзя забывать про экологический эффект, про социальный эффект. Это все тоже важные параллели этого вопроса. Хочу вопрос задать. А какую помощь вы ожидаете от парламента и от правительства? Вы знаете, абсолютно помощь и содействие нужны очень, очень простые.
это не, я бы сказал, не в виде там каких-то субсидий, вливаний, и не обязательно нам помогать что-то носить, перетаскивать и так далее. Помощь абсолютно простая и понятная. Во-первых, это некое содействие либо модерация во взаимоотношениях с предпринимателями. Потому что мы на сегодняшний день хотим привлечь, по нашим скромным, скажем так, подсчетам, где-то порядка 100, наверное, предприятий и предпринимателей на первом этапе. Для того, чтобы наладить взаимосвязь и для того, чтобы нам найти друг друга, со стороны, допустим, Министерства предпринимательства, мы были бы очень признательны в модерации этих взаимоотношений, этого процесса, вернее. Очень много, в том числе по данной теме, очень много есть законодательных ограничений. Несмотря на то, что государство, в данном случае федеральная власть, декларирует свою заинтересованность в развитии газомоторного рынка, несмотря на это, есть ряд, до сих пор существует ряд законодательных ограничений, которые мешают развитию самого рынка. В первую очередь, вы знаете, хочу отметить, что у нас очень архаичные правила по безопасности при строительстве, при эксплуатации автогазоправочных станций. Вот один пример приведу. Автогазоправочная станция должна располагаться в 300 метрах от ближайшего сооружения, там, скопления людей и так далее. То бишь это что? Происходит что? Автогазоправочные станции просто-напросто выдавливают с территории города за пределы. На мой взгляд, вы знаете, вот если, допустим, в горном районе, мы сейчас вот буквально на днях были в Бердичтяхе, если там, понятно, с одного конца в другой съездить, за пределы поселка выехать, это абсолютно не проблема, то есть это там 3 минуты оставляет, то для Якутска это уже проблема. Я не говорю, я не беру в расчет там города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее. Для Якутска даже проблема. Вы наверняка, те, кто ездит за рулем, наверняка знаете, что у нас уже с 8, даже с 7:30 до 9:30, это уже час пик с утра, и вечером то же самое. И днем я смотрю, как бы не особо проще ездить. Поэтому, если будет возможность как-то либерализовать, что ли, вот эти вот нормы по безопасности, то это было бы здорово. При этом я хочу отметить, что во всех странах, где развивается использование газомоторного топлива, это европейские страны, азиатские страны, там, во-первых, на законодательном уровне введены ограничения по использованию традиционного топлива. Может быть, кто-то знает, вот даже в том же близлежащем Китае там просто-напросто запрещены в центре города, в центре некоторых городов запрещены транспортные средства на традиционном топливе. В Европе таким же образом поступают. И почему-то там автогазоправочная станция может располагаться в пределах города. И никаких проблем там с этим абсолютно нет. Так что абсолютно такая простая поддержка нужна. Можно вопрос еще один раз? По ценовой политике цена у вас заявлена 15 рублей на пистолете, да? Это будет по всей республике, либо только в городе Якутске? Вот как бы немаловажный факт. И второй вопрос. Как мы все это понимаем, чтобы была реализация пропана-бутана, надо основную задачу – это подготовить потребителей. Как вы смотрите политику перевода автомашин на газ, ценовую имеется в виду, да, политику, чтобы было доступно для клиента любого взять от пенсионера и до предпринимателя. Потому что по опыту работы, да, пенсионеры неохотно идут. Это как бы основная масса, да, мы знаем установщики, они говорят, я езжу один раз в неделю, зачем мне переходить на ваш газ? Вешать баллон и то-то, да. Работа такая как бы кропотливая, но основное это все цена. Ценовой показатель, как будет доступно газобаллонное оборудование, что вы же смотрите полностью весь, да, комплекс. Как будете работать с предпринимателями, как вы говорите, да, на каких взаимоотношениях. Вот вы говорите, да, вы
привели цифры, что будет 30 миллионов один зарабатывать, да, предприниматель, другой будет 280, да, миллионов. Но если брать экономику, да, предпринимателя, откуда мы будем брать прибыль, и вот эту прибыль? Если у нас, например, ванкрузер 200 стоит 65 тысяч, да, в городе примерно говоря, да, чтобы нам понизить до 40 тысяч, грубо говоря, да, 25 тысяч, да, вот эти, да, которые предприниматель теряет вот эти деньги примерно, да, там 5 тысяч, может, 6 тысяч, кто по-разному экономику у всех выстроена, да. Как вот это будет, да, вы партнером будете, чем предлагаете, какие у вас есть бонусные программы или еще какие-то, вы разрабатывали, нет? Да, Максим Алексеевич, ну, в первую очередь хочу подчеркнуть, что в целом развитие программы, эффективность в развитии программы мы видим именно в том, чтобы был соблюден очень четко баланс интересов. То есть это в данном случае, поскольку мы большое внимание уделяем партнерству, то есть это некий такой триединый фактор. То есть в первую очередь должен быть интерес у потребителя, и для того, чтобы был интерес у потребителя, это необходимо именно соблюсти вот этот вот комфортный уровень цены и комфортную разницу. Поэтому 16 рублей, которые мы декларируем на начальном этапе, это тот уровень, который мы видим, будет эффективен, интересен потребителю и который мы сможем выдержать вкупе со своими партнерами. Это что касается стоимости. Я очень надеюсь, что нам удастся, во-первых, сдержать, потому что сдержать этот уровень и предложить его очень широкому кругу потребителей, ну, условно говоря, начиная от Кызылсыра, заканчивая там городом Мирным и городом Алданом, Нерюнге, там, Чурапчой и так далее. Вот. Очень, как бы, потому что вопрос проработан, и я думаю, все предпосылки для того, чтобы соблюсти. Второй немаловажный фактор – это интересы предпринимателя, то есть предпринимателя, нашего партнера, те, кто будет газобаллонное оборудование, например, устанавливать. В чем мы видим повышение эффективности работы? Ну, не секрет, что вы сами это знаете, сами с этим сталкиваетесь, что работа, поток клиентов по переоборудованию, он носит очень ярко выраженный сезонный характер, во-первых. Во-вторых, у многих потребителей потенциальных есть сложности именно с тем, что в данный проект, вот в мини-проект, скажем так, физического лица, любого автолюбителя, необходимо вначале вложить деньги для того, чтобы потом начать экономить. И при текущих ценах там, ну, от 35 до 70 тысяч рублей на установку, эти деньги, которые, скажем так, ну, очень, очень серьезная сумма, которую необходимо сначала вначале накопить, а потом ее потратить на установку. Поэтому я думаю, мы однозначно сможем предложить следующее. Во-первых, обеспечить какой-то более сбалансированный поток клиентов и более сбалансированную нагрузку на сами устанавливающие центры. И за счет этого оптимизировать, наверное, стоимость установки, стоимость работы по установке. Второе, это мы видим большой эффект в том, чтобы с перечисленными производителями оборудования, именно газобаллонного оборудования, наладить прямые контакты, не без вашего участия, наладить прямые контакты и таким образом получить какой-то дисконт такой оправданный причем. Потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, если мы покупаем, допустим, одну единицу оборудования, то это одна цена. Если это там какой-то уже большой объем значимый, то это, соответственно, и другая цена. И скидки здесь доходят до, там, возможно, до 50%. Очень, очень значительные можно скидки получить. Ну и, наверное, один из самых важных аспектов для потребителя – это финансирование вот этого, как я сказал, мини-проекта. То есть мы хотим сделать таким образом, чтобы порог вхождения для любого автолюбителя, порог вхождения в этот проект, он был такой не очень больной, скажем так. Ну, это, я думаю, где-то в районе 5-10 тысяч рублей.
после которого можно будет всю остальную сумму платить либо в рассрочку, либо в виде бонусов, заправляясь на определенной сети автогазозаправочных станций. Таким образом, получится, что экономить можно не завтра, не через год, например, начать, а экономить можно начать уже сегодня. Вот в этом, я думаю, есть некий такой серьезный баланс интересов. Ну и для нас тоже немаловажно, что мы начинаем производить новый вид продукции. Естественно, это дополнительный доход и для нашей компании. Да, Дмитрий. Да, я прежде всего хотел бы отметить, что вот слоган, который «Топливо будущего», да, но более чем доходчиво объясняет ведущую, скажем так, стратегию компании. Да. Вообще, мой вопрос состоит из двух частей. Я сначала задам первую часть. Вот на основе свеженького теста журнала «За рулем», да, есть ли жизнь на газе, рассматривают центральный регион Москва, Ярославль, европейская поездка и так далее. Да, экономия есть, да, более чем существенная, но, скажем, для условий центральной России, 5,74 на километр становится 5,03 за километр. Да? В принципе, нормально. У вас проецируется на 100 километров цифра. Хорошо. Давайте мы рассмотрим сначала одну часть. Сколько, допустим, вот из 122 тысяч автотранспортных средств, каков процент автотранспорта, который сидит на газовом оборудовании, существующем, да, то есть на текущий момент примерно. Вот первый вопрос. Да? Я не думаю, что больше 12-20%, да? То есть погрешности примерно, где-то в такую степень. В чем заключаются вообще вот эти проблемы? Это невозможность точного замера, скажем так, несовместимость каких-то там мероприятий, косность вот этого менталитета, хотя она в данном случае, еще раз хотел бы сказать, совершенно излишне. Да? Но вот эти технические моменты, они все-таки дают какой-то негативный фактор. Вот вы говорили о потребителе, потребитель почему не идет? Один баллон можно заправить 25 литрами, 45 литрами и даже 65 литрами, в зависимости от, скажем так, станции газоснабжения. Да? Переходим к вопросу. Вот основное стенание авторов авторитетного журнала «За рулем» сводится к тому, что в пределах Москвы, Московской области, Центральной России, там, где территория, скажем так, крупных компаний, «Лукойл», «Роснефть» и так далее, которые пропан-бутан, скажем так, ставят уже на промышленную основу, уже давно, скажем, да? Газозаправочные станции даже вот этих гигантов попросту имеют, цитата из теста, да? Просто имеют свойство растворяться. Неделю назад стояло, сейчас его нету, допустим, да? Понятно, еще раз, это исходит из того, какое количество автотранспортных средств оснащено газобаллонным оборудованием. Если не рентабельно, никакая компания, скажем, себе ущерб не будет там содержать газозаправочную станцию и так далее, и так далее. Вопрос вот в этом. Реально ли, допустим, в пределах хотя бы лет трех, чтобы в Хандыге, не говорю про Запад Якутии, да, это ваша, скажем так, отчина и так далее, Хандыга, Алекминск и тому подобные населенные пункты без проблем были, человек имел возможность, будь то там или государственный транспорт, или частный транспорт, заправиться на газозаправочной станции. Я не думаю, что это очень уж, скажем так, реально, но, по крайней мере, взгляд, который компания смотрит вперед, да, он внушает оптимизм. Но вносите ли вы поправочки вот такие вот моменты, скажем так, да? Понятно, что вот лоббирование всех этих капот откроет, это 1 на 15 метров при заправке, да, все это есть, и все это тоже еще один из негативных факторов того, что люди, машина должна ездить на высокооктановом бензине, да, пока. Вот такое вот мнение, оно сидит у многих, не только у пенсионеров, у людей помоложе, скажем так. Ведь массовый тотальный переход, который пока демонстрирует только Toyota, который на водородном топливе переходит, да, экспериментально,
оно должно идти от автопромышленных гигантов. То есть если там будет стоять двигатель, приспособлен для использования, допустим, газового топлива, почему бы нет? То есть вот это, скажем, пока что на уровне дяди Васи мастрячения газобаллонного оборудования, оно должно перейти на промышленную основу. Автомобили с завода должны оснащаться всем этим оборудованием. Тогда, согласен, да, ваш проект будет обречен на успех. Вот это первая часть вопроса. Видите ли вы года через три развитую сеть газозаправочных станций? Не будет ли такого печального опыта, как даже в регионах с более развитой инфраструктурой, когда люди хотят заправиться газом, а там висит табличка «газа нет» и неизвестно, когда будет. Это первая часть вопроса, Владислав Федорович. Вдруг забудете. Значит, Дмитрий, ну, что касается, я бы сформулировал, наверное, ваш вопрос, вот все, что вы сказали, сформулировал бы, наверное, в один вопрос, в один тезис. Это стабильность работы, стабильность обеспечения автогазоправочных станций. Я не зря, наверное, не зря остановился на том, что мы очень сильно, вообще вот все жители республики и промышленные предприятия в том числе, мы все завязаны на развитость логистической системы республики. И в связи с этим мы не планируем и не декларируем развитие автогазоправочных станций в Булунском районе, например, в МОМе, либо, не знаю, в Анабаре. То есть однозначно понятно, что топливо необходимо будет доставлять. Причем доставлять, к сожалению, в условиях республики достаточно дорогим автомобильным транспортом. Поэтому наша цель развивать этот проект именно в масштабах существующей логистической системы. На сегодняшний день вы, наверное, все свидетели того, как развивается автодорога Лена. Я не знаю, я вот в марте месяце ездил в Алдан, был приятно удивлен. До Алдана доехал за 5 часов. Вот. Это просто какое-то потрясающее, я не знаю, космическая какая-то цифра. Да, там надо отдать должное, что все-таки дорожные строители умеют у нас делать хорошие дороги. И ничто им все-таки не мешает, когда они хотят это сделать. Многие, кто ездит в западном направлении, многие видят, какие участки, даже начиная вот от Якутска уже, какие участки заасфальтированы, проложены, и в ближайшее время, в ближайший год ожидается окончание уже строительства этой федеральной автодороги. И поэтому нам ничего не помешает наладить устойчивое снабжение от места производства до места потребления. Ну и заречная группа районов, большая проблема для них заключается в том, что есть короткий, но очень мешающий отрезок времени, когда дороги нет вообще, сообщения между столицей республики и, ну, условно так скажем, большой землей. К сожалению, проект по строительству моста не состоялся, но тем не менее мы также работаем над этим, чтобы сезонный фактор этот победить. И я думаю, нам это в ближайшее время удастся сделать. И таким образом мы абсолютно четко себе представляем, какие сложности нас ожидают, и абсолютно четко представляем, как с ними бороться. Хорошо, вот насчет сезонности и так далее, это как бы прелюдия ко второй части вопроса. Да? Не секрет, что газопровод есть на ту сторону, да? И не секрет, что именно с газопроводом был связан предыдущий проект группы компании ЭТЭК, связанный с метанолом. Пропановый проект не является ли отвлечением населения, которое достаточно сильно встревожено, ну, по крайней мере, заявленной концепцией развития ТСР Заречья? То есть не является ли это такой заманухой? И в экологическом плане хорошо, и в потребительском плане хорошо. Красная ленточка такая. Такая. Ну, кто-то должен был этот вопрос задать сегодня. Метанол, если, скажем, метаноловый проект, он топтан буквально в грязь, да, усилиями не только экологов, но и
скажем так, непривычных к масштабным проектам людей. Ну и наш ответ Чемберлену, ЕТЭК выпускает пропановый проект. Реанимирует, вернее, тот, который существовал с 93-го аж года. Да, когда. Не, ну, собственно говоря, строительство целой установки по комплексной переработке, да, оно у нас началось, условно говоря, когда? Давайте смотреть реалиями. Да, все-таки я не зря использую термин реанимация проекта или вброс проекта, или там открытие зеленого света для вот этой части проекта и так далее. Вот звучит вопрос такой, не является ли пропановые направления, скажем так, отвлечением от метанолового проекта? Спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, вопрос очень такой набивший уже, наверное, оскомину всем. Ну, начну, наверное, с краткого экскурса в целом в отраслевую теорию. Дело в том, что добывая газ, можно получать прибыль, выручку различными способами. Ну, начиная от обычной, понятной, традиционной реализации природного газа, заканчивая уже на скажем так, газохимии, газохимическим производством. Естественно, абсолютно понятно, что возможно и есть все предпосылки к тому, чтобы монетизировать газ именно таким образом, то есть какое-то метанольное производство, карбамидное. Я не буду сейчас, наверное, персонифицировать, там, кто какой проект предлагает, но в целом и метанольный проект все знают, что он имеет такие давние корни. И производство карбамида, в принципе, тоже не индийцы первые его предложили, немцы вот несколько лет назад приезжали. То есть это абсолютно понятный проект. Почему? Потому что способы и варианты монетизации газа, они абсолютно традиционные и абсолютно понятные всем. Есть некоторые ноу-хау, есть какие-то неподтвержденные патенты и так далее. Что еще, в принципе, из газа делать? Но в основном все классически, все понятно, что газ можно сжигать на теплоснабжение, на энергоснабжение, можно его, может быть, обогащать, извлекать из него попутные компоненты, как то пропан-бутан, и можно из газа делать уже путем химических превращений какие-то новые материалы. Абсолютно поэтому понятная такая ступенька, вернее, лесенка такая добавленной стоимости газа. Но что хотелось бы отметить, вот в этой связи, вы знаете, очень символично, что буквально несколько дней назад Афанасий Егоров здесь вот в этом же зале сказал следующее, что на самом деле проекты по строительству, проектов как таковых нет на самом деле. И нету даже технико-экономического обоснования, на основе которого можно было бы строить какие-либо предположения. То есть это некая такая пока идея необоснованная, причем она исходит из классической концепции газового, монетизации газа, но она не подтверждена на сегодняшний день. Не, даже да, в таких крупных проектах ТЭО это некий такой законченный вот проект, а до ТЭО делается пред-ТЭО, в котором очень подробно рассматриваются все аспекты производства, в том числе и экологические, что немаловажно. Вот, поэтому хочу отметить, что идея газохимического производства, она на самом деле является просто идеей. И обзывать это проектом и больше того протестовать против того, чего нет, ну, на мой взгляд, как-то не обоснованно, несколько преждевременно. Единственное, что радует, вы знаете, меня как обычного гражданина, меня порадовало то, насколько наши жители, насколько активно откликнулись на этот призыв о том, что нам все-таки надо родную природу сберечь, потому что на самом деле регион у нас непростой. Вот. И любое на самом деле необдуманное вмешательство может привести к катастрофическим буквально последствиям. Мы видим все, что вот из доклада Елены Георгиевны, даже такая элементарная такая вещь, как эксплуатация автотранспорта на традиционном топливе, какие она за собой несет отрицательные аспекты. Поэтому, думаю, все-таки в
качестве основного, скажем так, тезиса, основного посыла, все-таки хотелось бы остановиться на том, что мы сейчас обсуждаем именно идеи. Идеи до превращения их в проекты, а тем более до строительства, еще очень-очень далеко. То есть я думаю, если там в масштабах в каких-то там, не знаю, в метрических взять, то из 100 километров, которые предстоят, это даже не полшага, это буквально там какие-то считанные миллиметры. Так что я предлагаю на бизнес-идеях не заострять особо внимание, не останавливаться. Что касается производства пропан-бутана. Производство, проект по... Еще раз подчеркну, что эта идея, это некий такой, знаете, даже может быть, сформулированный замысел. Есть такое в проектировании, есть такая стадия инвестиционного замысла. То есть там, где излагаются основные принципы предстоящего проекта. Вот есть какой-то вот такой, знаете, зачаточный кусочек, и никто не подтверждал, не отказывался ни от чего. Просто когда встала речь, немножечко раскрою тему, когда встал вопрос о том, что в целом Российская Федерация нуждается в ускорении экономики, в увеличении ВВП, встал вопрос о том, что же нам делать. Федеральные структуры увидели один из наиболее, скажем так, эффективных регионов, где это можно делать, это Дальний Восток. Потому что Дальний Восток, в принципе, в объеме промышленного производства Российской Федерации занимает очень маленькую долю, не буду называть в процентах сколько-то, но очень небольшую долю. Поэтому федеральные власти увидели большой эффект именно в нашем направлении, скажем так, вот именно в Дальневосточном регионе. И естественным образом родилось Министерство по развитию Дальнего Востока. Естественным образом встал вопрос и перед нашей республикой, что вы можете предложить в качестве продвижения в данном направлении. Ну и мы, естественно, когда нас спросили, что вы видите, какие варианты развития, мы, естественно, как профильная компания сказали, что вот один из вариантов развития – это такое-то производство. То есть мы еще ничего не собирались не строить. Так их можно назвать, наверное. Ну, это все равно, что, знаете, что вот мы сидим, например, здесь и скажем, что было бы хорошо, если бы мы вышли, и там светило бы солнце. Ну, было бы хорошо, то есть это наш замысел, как бы, что мы выйдем. Будет природа, в принципе, может обеспечить нас светящим солнцем, да, условно говоря. Да. Тимофей Ефремов, Якутия.Инфо, информационный сайт. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что вам выгоден был бы крупный потребитель газа в лице того же завода, скажем так. Но поскольку это пока что витает идея, так что не будем заострять внимание. А поскольку говорится об экологии, то вот вчера прокуратура выставила пресс-релиз, где говорится о том, что вот то, что вы производите, синтетический бензин, он не соответствует ГОСТу, там завышение серы и прочее. Вот что, как прокомментируете? А как вы думаете, прокуратура на основании чего такой вывод сделала? Провели про анализ, проверку. А где провели проверку, анализ? Вот сейчас не помню. Могу посмотреть, указано. Вы знаете, сразу оговорюсь, что действия прокуратуры очень сложно комментировать, и больше того, не хотелось бы этого делать. Я думаю, вы меня поймете. Вы знаете, самое главное, что хотелось бы отметить, что у нас на территории республики практически существует, в Якутске, по крайней мере, одна сертифицированная и аккредитованная лаборатория. Это лаборатория Житайской нефтебазы Сахалинтехгазбыта. Вот. И проводить анализы в лаборатории, вернее, нашего прямого конкурента, как-то это не совсем корректно, на мой взгляд. Естественным образом возникает конфликт интересов. Вот. Поэтому сложно очень давать оценку какую-то и комментировать. Это единственное замечание, наверное, которое хотелось сделать. Наверное, второе замечание – это то, что те, кто перепостил статью, практически перепост, получается, прокурорского сайта,
почему-то написали, что бензин ЕТЭК не соответствует. А кто же тогда соответствует? Вот вопрос с другой стороны, если зайти. Кто же тогда соответствует? Потому что там... Газовое топливо только соответствует. Нет, ну и кроме того, вообще стоит еще, наверное, отметить тот факт, что наше топливо, оно проходит регулярные проверки с использованием независимой экспертизы центральными площадками, да, так называем это в Москве, а другие региональные. А как думаете, чем вызвано вот это внимание? Мы не можем в данном свете вообще проводить какие-то догадки, как верно заметил Владислав Адольфович. Все-таки это был пресс-релиз прокуратуры города Якутска. Оставим это так, как есть. Можно отвечу, Тимофей? Прокуратура сейчас начинает проверять по указанию Владимира Владимировича Путина. По всей России сейчас проверяются все АЗС, потому что Владимиру Владимировичу доложили, что топливо на всех бензиновых заправках России не соответствует качеству. Буквально сегодня вышла новость, что с 2016 года прекращается выпуск нефтяного на топливо Евро-4, что соответствует, что с 1 января все АЗС должны реализовывать Евро-5, соответственно, и цена топлива будет гораздо дороже, чем сейчас. В Якутии примерно ожидаемая цена где-то 60-65 рублей за литр будет, 95-го. Так как сейчас ЕТЭК, Сахатранснефтегаз предлагает топливо будущего, как оно да, называется, это пропан-бутановая да, смесь, а у него октановое число 106-120, что, соответственно, говорит о качестве топлива. И еще немаловажный фактор, что наша пропан-бутановая смесь самая чистая по России, потому что везде пропан-бутановую смесь делают из попутного нефтяного газа, что там и, как вы говорите, сера, смола, там все просто-напросто в этом топливо. Наш пропан-бутановая смесь более чистая. Вообще чистое топливо считается. Как сами доустановщики просто видим, на чем машины наши ездят. А можно уточнить, с какого периода уже не будет недоступно топливо, не соответствующее новым стандартам? С 1 января 2016 года уже Минэнерго вроде уже утвердило. Лукойл уже Газпромнефть, Лукойл, Газпромнефть, Газомотор тоже сейчас они объявили, что они уже выпускают Евро-5. И поэтому Евро-4 с оборота будет постепенно выходить. Поэтому это тоже надо как-то до потребителей доносить. Вот я говорю компании ЕТЭК, да, чтобы они доносили до потребителей, чем топливо пропан-бутан лучше, чем... Ну и самое главное, что я прошу группу компаний, чтобы... была ценовая политика, была разумная именно до потребителя донести. И наша... Максим Максимович. ЕТЭК предлагает, так сказать, более дешевую цену, чем наша республиканская компания Сахатранснефтегаз, да, которая продает по 18 рублей, да, в августе может быть и 19 рублей, это никто да, не гарантирует, с 1 июля все дорожает, и свет, коммуналка, все, да, соответственно, будет и удорожание пропан-бутановой смеси. ЕТЭК заявляет 15 рублей. А наша компания, Якутская газомоторная это компания, думаю, на днях мы подпишем соглашение с компанией ДИТЭК и будем рассматривать ценовую политику до потребителей, чтобы было. Самое главное потребителю не цена топлива, да, вот сейчас, да, а цена перевода машины на газ. Не каждый может, да, тот же 200-й владелец, да, выложить 65 тысяч. Не каждый. Нет, тут же взять, да, частник, да, пенсионер, вот как мы говорим, основная, да, это как бы контингент. Не брать 200-е, да, а взять средний класс.
для него выгодна цена 20 тысяч примерно. Вот мы с Владиславом Адольфовичем это как бы обговаривали, да, разговаривали, что оптимальная цена перевода 20 тысяч. Если будет 20 тысяч, то народ пойдет. Ну, это средняя стоимость, да, которая средняя стоимость существует. Они набрали по городу на Якутску. Мы все установщики, да, мы давали цену, и как бы компания «Литек» вывела среднюю цену. Но при 20 тысячах, да, вот как вы говорите, спрашивали сперва загруженность, как в процентном отношении. Если будет для потребителя доступно этот, да, вид, то я думаю, процентов 30-40, да, за 3 года можно перевести общего транспорта по республике. Это плюс 15? Плюс 15. И сейчас, если брать, да, за 20 лет существования газомоторной отрасли, да, в Якутии, да, переоборудование примерно 50-55 тысяч единиц на технике. Это, соответственно, 10-15% от общего рынка. Перспектива, да, развития газомотора по республике очень огромная. А почему компания «ИТЭК» просит региональные власти, да, пойти? Не просить субсидии, еще поддержки, да, какие-то. А все еще немаловажный фактор, да, в республике, почему, да, останавливается газомотор, все знают хищение на госкомпаниях. Говорит, да я буду заправляться за повод цены по карточке друга на том же Саханнефтегазтосбыте. Это все знают, вся республика об этом знает. Власти почему-то не принимают программы. Вот я вот как интервью давал Якутия-Инфо, они реальные проекты почему-то тормозят экономические, которые дают, да, как бы эффект. Вот была бы эта программа, пилотная программа при Минсельхозе, когда переводили сельхозтехнику на компримированный природный газ. По непонятным причинам программу закрыли. По тех регламентам сейчас прошли, извините, да, по тех регламентам прошли большие изменения. Сейчас мы должны соответствовать евразийскому стандарту. Все газовое оборудование, даже топливо, все должны пройти уже сертификацию по новым, да, правилам. По технорегламентам, в принципе, никаких сильных конструктивных изменений в конструкцию автомобиля не вносится. Все схемы установки газобаллонного оборудования уже утверждены институтами и заводами-производителями автомобилей. Вот вы как бы спрашивали, что вот Toyota идет, это как бы впереди планеты всей, там еще идет, сейчас и Kia пошла уже, короче, на компримированный природный газ. Все схемы установки газобаллонного оборудования, они все согласованы и сертифицированы. Тут я говорю, самое главное, цена вопроса для клиента. Если у пенсионера 15 тысяч, да, это пенсия, он не будет, да, на свои 20 тысяч отдавать туда. Поэтому тут компанию «ИТЭК» я прошу тоже, чтобы они гибче были в этом вопросе по установкам, да, потому что тут еще работа огромная предстоит, если вот так взять по планам «ИТЭКа». Обучить персонал – это тоже дело ни одного дня. Это года два, три. Ну, Максим Васильевич, я думаю, это те подробности, которые мы уже можем обсудить, да, в кругу, наверное, специалистов. Вот. Принципиально еще раз подчеркну, что мы знаем, представляем те сложности, которые нас ожидают. Но тем более значимее становится для нас и этот проект, и сотрудничество, естественно. В том, что мы будем соблюдать именно сбалансированную политику и ценовую, и вообще продвижение, сотрудничество. Я думаю, вы сможете убедиться уже на практике. Ну, себестоимость пропан-бутана? Себестоимость. Вы знаете, четкую себестоимость пропан-бутана сложно выделить. Почему? Потому что у нас производство очень большое, там не разделено. Вот здесь вот в одном цехе метан выпускается, а вот здесь вот пропан-бутан. Поэтому какую-то точную себестоимость там его невозможно назвать. Единственное, мы уровень
рентабельности держим допустимый, то есть в целом по предприятию. Это на основе наших исследований и на основе расчетов логистических затрат. Это не отходы. На данный момент он поступает в газопровод. Поступает в газопровод. Газопровод, да. Идет на ЕГПЗ, на Якутский газоперерабатывающий завод, и Якутский газоперерабатывающий завод выпускает эту продукцию. ЕТЭК говорит, что с 1 сентября они будут запускать установку, и у них начнется производство пропан. В Кызылсыре. Да, в Кызылсыре уже. А про себестоимость я просто в защиту компании ЕТЭК говорю, да, все, что. Ну это как бы коммерческая тайна, да, до себестоимость. Ну, да. Так. Вы также спросите у Сахатранснефтегаза, какая у него себестоимость пропан-бутана. Вам не ответит никто. Понятно. Так, вы говорили, что это ваша установка, 30 тысяч тонн в год, да? А на данном этапе, до конца года вы сколько планируете как бы реализовать? Реализовать газа? Пропан-бутана, я имею в виду. Мы готовы пропан-бутан реализовать весь, который будет произведен. Понятно. А по реальности это договора, до конца года вы сколько-нибудь литров сможете продать? Конечно. Сколько? Сколько вы готовы купить? Нет, я вот в том-то и дело, что я не готов. Вы не хотите купить? В том-то и вопрос, Алексей Андреевич. Вы Алексей Андреевич? Да, в том-то и вопрос, что здесь идет презентация и способ привлечь вообще партнерство. То есть насколько это активно, активный отклик найдет, настолько можно будет оценить. Тогда я переиначу вопрос. Там договора с вами-то, кто-нибудь заключил на поставку этого пропан-бутана? Нет. Понятно. Так, я так понял, что вы можете, 100 тысяч тонн, увеличить свое производство, да? 100 тысяч тонн – это на перевод машин, это столько, не проглотит, да? Почему вы так думаете? Объем большой. Не, почему вы так думаете? Все в мире относительно. Объем за большой. За 5 лет, Алексей Андреевич, я думаю, до 100 тысяч даже больше. Не, понятно. Я к чему клоню-то? Я клоню, что предприятие ЖКХ могли бы, в принципе, этот объем как бы использовать. Я сейчас да? Параллельно сразу буду отвечать на вопросы, чтобы нам далеко не уйти. Вы знаете, мы обратились, понятное дело, что мы, как любой нормальный человек, нам свойственно сомневаться, поэтому мы в свое время провели работу, заключили договор с Центром стратегических исследований Республики Саха-Якутия. И результатом этого явился доклад аналитический по исследованию потенциала рынка сжиженного углеводородного газа. Так вот, по этому исследованию потенциал в текущих условиях, подчеркну, в текущих, не в развивающихся, а в текущих условиях, по использованию пропан-бутана находится на уровне 70 тысяч тонн в год. Это по использованию только в качестве моторного топлива. Что касается использования пропан-бутана в качестве коммунального газа, бытового газа и газа для автономного газоснабжения, то там перспективы его использования практически бездонны, потому что вы наверняка знаете отраслевую информацию, какой объем энергоносителей используется, причем не только в арктической зоне, а вот даже в центральном регионе, какой объем энергоносителей традиционных используется. Я к чему говорю, вы же газоконденсат, вы нам порядка 12 тысяч тонн даете, да? Нам продаете. Побольше. Нефтяное топливо мы используем где-то порядка 100 с лишним тысяч тонн. Тоже побольше. Александр Ильич, можно вопрос? Да. Вы говорите, что ваше ведомство готово переходить на газомоторный. В принципе, да. Это наш. Нет, не газомоторный, а как для использования для котельного топлива. Для котельного топлива, да. Я подчеркну, что мы и пригласили именно с той точки зрения, чтобы, во-первых, проинформировать, а во-вторых, для того, чтобы, скажем так, понять вашу заинтересованность и наладить сотрудничество. Да, Георгий. Два вопроса тоже у меня. У меня голос нормальный. На Западе, в фильмах часто видно, в Европе, в Америке, возле домохозяйств стоят эти газовые, как сказать? Газгольдер. Что?
Газгольдер он правильно называется. Да, ну да, вам виднее. А планируется ли создание таких, продвижение вот этой технологии, да, чтобы вот подъезжало топливное, ну, контейнер, топливный контейнер и заправляло бы этот газ что? Газгольдер. Газгольдер, газхолдер. Все, это мое модное слово теперь. Ну, я к тому, что это же, потому что протяжка труб отдельных домохозяйств, она же очень дорого, скажем так, ударяет, да? А, да, содержание. А тут получается, этот бак заправляется, да, и все. И опять же, он имеет какую-то стоимость, которую там можно потом перепродать, перевезти куда-то. Это вот первый вопрос. Ну или ответьте на него. Вы знаете, наверное, в качестве примера приведу ближайший город к нам, Алдан. Там на самом деле многоквартирные дома, даже газифицированные, по технологии, вот, использования пропан-бутана. Недавно были в Приморском крае, во Владивостоке, в Уссурийске, встречались с потенциальными партнерами тоже. Ну, не секрет, наверное, для кого, что Владивосток, он не газифицирован, там магистральный газопровод только до промышленных объектов идет. А все остальные домохозяйства, особенно частные, они не газифицированы, и, соответственно, там все пользуются пропан-бутаном. Так вот, там это одна из таких очень живых отраслей, в которых этот газ востребован. И мы очень надеемся на то, что в наших условиях тоже это направление разовьется. И учитывая то, что даже тот же магистральный газопровод, несмотря на то, что он проходит вроде бы по территории там, того же горного района, но там есть ряд сел, которые не газифицированы. Больше того, в западном направлении Верхневилюйский район, Нюрбинский, Сунтарский, они тоже не газифицированы. То есть это все, я еще раз подчеркну, это все тот потенциал, который мы рассматриваем как дальнейшее развитие этой программы. Поэтому и очень надеемся и на участие в данном направлении Министерства ЖКХ в том числе. Вот, да, второй вопрос. Презентацию я посмотрел, Мелька. Можно там у вас? Могу я дополнить, да? В свое время вот Руслан Николаевич Шипков был, ну, есть товарищ, да, который тоже занимается метаном. Ну, метаном он занимается. У нас с ним мы прорабатывали вопрос газификации села, ну, в горном районе. Ну, как называется это? Магарасов. Магарасов, да. Ну, так называемая виртуальная труба. Да, в принципе, да. Вот, ну, то, что вы сказали, технология, вот она была, ну, планировали. И, в принципе, такие проработки есть. И, ну, ЯТЭКом, в принципе, мы готовы на эту тему работать. Ну, тот же Сунтарский, Нюрбинский район, да. Господа, тут получается на ваших глазах, видите, исторический момент состоялся между Министерством ЖКХ и энергетики Республики Саха и между компанией ЯТЭК. Практически состоялось декларативное, наверное, заявление о сотрудничестве. Браво. Ну и я думаю, да, в основном аплодисменты вам, поскольку очень важно, что власти сегодня и могут реагировать именно так живо, что вот в ходе обсуждения, видите, мы практически пришли к соглашению о сотрудничестве. Я думаю, это здорово. Вот я презентацию посмотрел, и там вот такой есть намек на экспортную составляющую вашего проекта. Вот что-то поэтому экспортную можете составляющую сказать? Георгий, что вас привело к этой мысли? Ну это же ваша презентация. Наша презентация, да. Ну, вот вы сейчас упомянули, да, вот Владивосток там и так далее, да, что вы, ну, там стрелочка у вас указана, что дальше Нерингри тоже вот товар может пойти. Это же получается товар же. Да, ну, так, конечно, как бы там, конечно, как бы он ни назывался, да. Какие-то вот у вас есть идеи по этому поводу? Ну, предположения, планы? Потому что сам по себе товар как бы интересный. Да, Георгий, я подчеркнул, что у нас есть значительный потенциал по выпуску газа пропан-бутана. И подчеркнул, что мы рассматриваем как увеличение производства, так и, естественно, увеличение сбыта как внутри республики, так и в близлежащих регионах. Поэтому чисто принципиально, да, все, что мы будем производить, мы все это будем реализовывать в пределах республики, за пределами республики.
но будем реализовывать. Это наша задача, я считаю. Ну, в целом, вообще, то есть любой вопрос рассматривать с точки зрения перспективы долгосрочной или с учетом возможностей, это, мне кажется, вообще норма любого здравомыслящего или вот просто экономически адекватно настроенного предприятия. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы, давайте, может быть, кратенько их как-то обозначим, да, потому что у нас на самом деле и время поджимает. В целом, я думаю, сегодняшняя встреча, она дала определенный импульс, задала какой-то вектор, да, мышления, сформировала, возможно, какие-то идеи для дальнейшего сотрудничества или для дальнейшего саморазвития, развития, в общем, всего, что угодно положительного в этом свете. Поэтому, если вопросов у аудитории больше не имеет... Алексей Андреевич, пожалуйста. Ну, не вопрос, а ну, вот, то, что мы сказали, мы, наверное, продолжим нашу тему, да, на другом уровне, на уровне специалистов и более как бы конкретно, да. Ну, как бы для предложения, да, скажем так, вы сказали, вот вы озвучили, что население не готово устанавливать газобаллонное оборудование, так как оно дорогое, да. Но, в принципе, есть, ну, я так думаю, что механизмы, в принципе, я так в этом заинтересован, он мог бы, как бы, ну, как финансовый институт, организация, он мог бы, ну, кредитовать, ну, тот же население, да, например. Ну, вот, например, я готов 20 тысяч сам вложить, 50 тысяч вы мне, как говорится, одолжите, да? Я понял, да. Да, мысли ваши. Да. Однозначно, мы, к сожалению, не банк, мы поэтому кредитной смотреть. Деятельностью не занимаемся, но мы однозначно будем разрабатывать программы по финансированию таких вещей, и однозначно будем делать это. У меня вопрос, Вячеслав Владимирович. Мы единственная компания, которая занимается и установкой газобаллонного оборудования, и пропан, и метан, и имеем в наличии передвижную пропановскую заправку. Ну, как бы компания, которая занимается от потребителя, ну и какого-то доведения, короче. Ну, полный комплекс, как бы говоря. Как вы смотрите сотрудничество, да, с нашей компанией вот, в этой области? Мне кажется, мы сегодня подпишем не один меморандум о сотрудничестве. Не, ну как бы говоря, да, мы действительно, которая вот единственная. Максим Максимович, я прошу прощения, не хочу, конечно, как бы обидеть вас, но мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми абсолютно предпринимателями и компаниями, вне зависимости от их масштабов. Среди наших партнеров, я горжусь этим, что среди наших партнеров есть даже предприниматели с оборотом, допустим, там, я не знаю, 100 тысяч рублей в месяц. И есть компании с оборотом на 1 000 000 000 рублей в месяц. Мы ценим сотрудничество абсолютно в любом масштабе и в любых рамках. Ну, естественно, в границах действующего законодательства. Нет, я как бы я понимаю вас, да, Вячеслав Федорович, мы сколько раз встречались, разговаривали по этому вопросу. Имеется в виду, чтобы для достижения вот этих ваших амбициозных целей, так скажем, да, нужна вот именно, нужны, я не говорю, что нужна одна компания, да, нужны несколько компаний, которые делают полностью комплекс. Комплекс. Да, то есть какие-то ключевые только, якорные компании, переоборудование, которые будут, да, вот, например, какими-то драйверами, да, этого направления. Господин Силкин, да, например, он не может взять, понизить, да, до 20 тысяч, да, правильно? Он прибыль свою всю теряет. Да, он может дать только суду, да. А у нас, да, задача достоит масштабного перевода по республике, не только, да, в городе, да, а по всей республике. Поэтому тут надо тоже, да, думать, продумать компанию, да, как вот эту политику, да, провести. Может, да, действительно и правительство подключать к этому вопросу, чтобы было взаимодействие с госорганами, это имеется в виду и администрации УУСов наших. Ну, все верно. Максим Максимович, очень, вы знаете, да, господа, очень злободневный, наверное, живой вопрос задал Максим Максимович, что необходимо участие всех абсолютно сторон в данном проекте. Короткий пример приведу. Мы обратились в администрацию Чурапчи с просьбой о выделении участка под организацию автогазозаправочной станции и получили отказ. Как-то
очень удивительно, несмотря на то, что администрация, по идее, должна регулировать и регулировать деятельность внутри своей территории и должна каким-то образом способствовать продвижению таких проектов, но как-то не получили сразу должного внимания, поэтому, к сожалению, приходится, да, вот с властями на местах приходится длительную такую разъяснительную работу вести. А что касается участия в целом госорганов, ну вот Министерство ЖКХ уже практически в программе, я думаю, ну у нас и Когда Министерство ЖКХ опять идет, да, как-то такое, да, что вот если до министерства, то да, мы с министерством готовы уже все подписывать, прямо хоть здесь, прямо да, за столом. А вот с частным сектором, Сектором мы тоже готовы здесь за столом подписать. Не, ну частный сектор, вот, например, как я понимаю, да, это же тоже, например, те предприятия, которые, может быть, часть из них не имеют возможности предоставлять комплекс услуг. Но те выпадающие сегменты можно было бы восполнить при помощи законодательных органов, да, при помощи органов исполнительной власти. Рынок Селена, я вот сколько лет да, твержу всем и Сахатранс, Нефтегаз, и ваша компания ЕТЭК, да, надо создавать унифицированное предприятие, которое будет заниматься по республике именно вот этой программой. Не кто-то что-то, да, не Силкин, да, ну, частник один не вытащит эту программу, она огромная программа. Ну, масштабно надо подходить. Да, она масштабная, это еще в Якутгазпроме в 2003 году вот эта программа разрабатывалась, да, вы ее подхватили сейчас, да, и если вот так говорить, да, то тут можно часа два-три сидеть, да, слушайте, разговаривать. Я прошу прощения, перебью немножечко вас. Дело в том, что то, что вы говорите, абсолютно здраво и понятно всем. Больше того, я думаю, в советское время, может быть, многие помнят, были именно такие какие-то мероприятия, компании целые, даже по переводу автотранспорта на газ, и они проходили достаточно успешно в рамках, причем в масштабах всей страны. В текущих условиях, в текущее время мы живем в условиях рыночной экономики, и поэтому по командно-административным методам добиться какого-то успеха просто невозможно. Поэтому идея о том, что нужен некий консолидирующий какой-то либо механизм, либо орган, она абсолютно здравая, но я еще раз подчеркну, что мы надеемся на то, что это состоится на нормальных, абсолютно понятных условиях рыночных и условиях партнерских. То есть когда будет соблюден баланс интересов всех сторон. В таком случае проект, он сам собой пойдет. Даже не пойдет, а поедет, да, или даже полетит. Я тут как бы не соглашусь с вами. Да. Административные барьеры нужны. Они нам нужны в плане нефтяного топлива, да, чтобы более переходили на газовое топливо. Да. И я понимаю вашу стратегию, компании вашей, и в принципе согласен. Ну, как говорится, время покажет, что мы сделаем на этом рынке. Это время действительно покажет, и Максим Максимович, я уверена, что это наша не последняя встреча с вами или с другими участниками сегодняшнего мероприятия, и мы действительно очень надеемся, рассчитываем на то, что тема вызовет серьезный интерес и участие, и резонанс необходимый, поэтому на сегодня я бы, как модератор сегодняшнего мероприятия, предложила закруглиться. А все дальнейшие вопросы можно либо напрямую направлять к нам в компанию, либо тоже вот совместные какие-то проводить встречи, обсуждения, круглые столы. То есть мы только рады участвовать во всем этом и приветствуем. Поэтому спасибо большое всем участникам сегодняшней пресс-конференции, журналистам, пришедшим к нам в гости. Приглашаем вас всех в фойе. И до новых встреч, как говорится. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.